Я хочу сказать о творческом процессе. Я думаю, что это самое главное в нашей жизни. Вся наша жизнь уже есть творческий процесс. Все вокруг является творчеством, творением. Художник, музыкант, поэт, либо кто другой чувствует этот процесс, который находится в нем. Чувствует полет, освобождение. Наверное, поэтому люди занимаются творчеством. Наверное, поэтому и зритель тоже ощущает эту энергию. Я думаю, стоит всем обращать внимание на происходящее вокруг. Если быть внимательным, то можно заметить, что мы являемся сотворцами.